А, Байк, нам пора избавиться от полководца Руфио. Тацит всегда устраивает ночлег над каменоломней. Он жестокий надсмотрщик. Каждый день примерно наказывает рабочих. Я рассмотрю Века поближе, а потом налетим на него, как сену. Думаешь, разумно убивать его открыто? Тахира, это предупреждение. Незримые не отступят ни перед кем. Убьем его перед армией или рабочими, будет мятеж. Иногда польза от наших дел важнее того, как они выглядят для других. Верю, старый друг. С тобой я перешла Нил. Вместе мы перейдем Синай. Жду идеальной возможности. Он должен быть где-то неподалеку. Смерть негодяю!
Видите, ну. Систе! Нон мовере! Старте! Компуер! Орфей, бастардорс! Свобода ваша. Действуйте. Верните на Батею. Выпил гранатового вина. Что же замышляю, Марк Антон и Клеопатра? Спасибо. Время для зрелища. Да услышит мой голос весь Колзом. Знаете, это театр... И все, кто против нас, место на его сцене. Никого. Yeah.
Надеюсь, Анубис бросит его сердце в костер. Пусть Осирис вечно терзает твою Ка. Сиджирьет. Хай посешен гэрэ.
это Иви! Египтяне! Рим, ваш мудрый хозяин! Орден живет вечно! Нужно встретиться с Тахирой. Спасибо. Да защитят тебя боги. Гребни, мерзавец! Тебя боги, друг. Скорее, прочь! Спасибо, друг. Боюсь, римлян будет гораздо больше. Уверена, армия Тацита не настолько мала. Если остановить работы, может начаться бунт. Синаю от этого будет лучше.
все могло пойти прахом. Стоило бы освободить пленных. Лучше вести себя так. Пришла подмога. Их я тоже пожертвую Анубису. А куда такой сидел? Вон они! Убить их! Великий Рим не терпит мятежа! Пришла подмога. Их я тоже пожертвую Анубису. Великий Рим не терпит мятежа! Сволочи! Разжив мертв, каменоломня будет нашей! Тревога! Да вернется земля сапфиров к Набатеям! Свобода ваша. Действуйте! Верните Набатею! Как и ты, Тахира, любимица Себека. Великое торжество Набатеев! Пусть это место останется в надежных руках. Будет трудно. Руфио пришлет центурионов. И в каменоловне еще остались неосвобожденные рабы. Воля к жизни – главное оружие. Ты работаешь на Гамилата? Он рассказал нам о незримых, героях из тени. Никто не работает на незримых. Спасибо за спасение. Если встречу где-то ваш знак, отнесусь с уважением.